На юношеский чемпионат Европы по футболу до 17 лет в составе сборной России отправится наш земляк, рубцовчанин Александр Михайлов. Он играет на позиции защитника в московском клубе «Чертаново», который выступает во втором дивизионе национального чемпионата. За карьеру Александр уже успел дважды выиграть юношеское первенство России среди спортивных школ и победил со своей командой в международном турнире «Премьер Кап» – неофициальном клубном чемпионате Европы. Также спортсмен стал самым молодым футболистом России, попавшим в заявку профессионального клуба. На Евро Александр сыграет за команду страны в отборочном турнире. Он пройдет в сентябре в Молдавии. Всего в нем участвуют 52 сборные. Это 13 групп по 4 команды. В следующий тур пройдут по 2 победителя каждой из групп и 5 лучших команд, занявших 3-е место. Соперниками россиян станут Босния и Герцеговина, Латвия и Молдавия, хозяйка отборочного турнира. Финал состоится в Хорватии в 2017 году.